Еще об одном участнике смеха панорамы меня настоятельно просили рассказать по той простой причине, что он долгое время в нашей передаче активно и многократно показывал свои номера. Я имею в виду артиста Евгения Петросяна. Вот говорят, мы сотрудники ГАИ на всех наезжаем. На кого мы наезжаем? Мы, между прочим, на месте стоим. Это все остальные на нас наезжают. Особенно женщины. Одну останавливаю на грязной машине. Говорю, вам не мешало бы помыться? Она говорит, я только что душ приняла. Я говорю, у вас машина грязная. Она говорит, неужели вы думаете, машина поместится в джакузи? Одна говорю, вы что не видите, что у вас сзади творится? Она говорит, неужели бюстгальтер расстегнул? Женщина за рулем, как звезда. Мы ее видим, она нас нет. Гражданская. Вот пострадавшая аплодирует. Гражданская, вы совершили тройной обгон. Ой, я, говорит, не считала, потому что обгоняла с закрытыми глазами. Запомните, на красный нужно стоять, на желтый приготовиться, на зеленый ехать. Ой, запишите на бумажке, я все равно не запомню. Заодно я даже погоню устроил. Потом догнал и спрашиваю, почему вы не остановились? Вы что, не видели, что я руку поднял? Я думала, вы голосуете. А я попутчиков не беру. Ну вы же выехали на полосу встречного движения. Там машин меньше. Хороший аргумент. Но все равно не понимаю, как можно ехать по полосе встречного движения. Вы что, опаздываете куда-то? Конечно, опаздываю. Я и смотрю, все уже обратно едут. Так что я женщин люблю, но только не за рулем. У одного водителя спросили, ты кого на дороге больше всего боишься? Он говорит, солдат. Ну, а еще кого? Ну, пьяных, ну, мотоциклистов. А женщин не боишься? О, женщина за рулем – это пьяный солдат на мотоцикле. Чего только на улице не происходит. Сам видел, как одна старушка несколько раз под колеса попадала. Я ее даже испугал. Я говорю, если еще раз под машину попадете, я с ваш штраф возьму. Она мне деньги протягивает, говорит, возьми, сынок, предоплата, только не мешай работать. Еще раз упаду, дострою коттедж за городом. А недавно останавливаю обыкновенные «Жигули». Представляете, глазам своим не поверил. Там набилось 11 цыган. Я спрашиваю, вы что, хотите попасть в книгу рекордов Гиннесса? Они, Чавелла, не забудь приписать еще 5 в багажнике. Или один кавказец сдавал у нас на водительские права. Ему показали, значит, дорожный знак с бегущим оленем. Ответьте, что означает этот знак? Он долго смотрел, смотрел. Потом сказал, звери. Правильно. А где обычно устанавливается этот знак? За 200 метров перед ГАИ. Нет, я не утверждаю, что мы святые. Наши тоже бывает отчебучат такой. Вон недавно на одной из улиц повесили транспарант «Водитель». Будь осторожен у тех мест, откуда появляются дети. Я лично снимал этот транспарант. Ну, а в новогоднюю ночь, например, чего только не происходит. Ну, холодно же стоять, сами посудите. Чего там греха таить? Ну, наш один автоинспектор принял изрядно на грудь. И заявил водителю грузовой машины. Я вас 7-й раз останавливаю и спрашиваю, что у вас сыпется из кузова?
А я в седьмой раз отвечаю: зима, гололед, посыпаю. Как говорится, улица полна неожиданностей. Ой, видел недавно такую картину. Страшно даже смотреть на такое. Нам приходится такое видеть. Значит, на красном свете светофора остановился огромный КамАЗ, и в него врезался, очень сильно врезался, 600-й Мерседес. Врагу не пожелаешь. Ужас. Ну, картина. Правда, закончилась забавно. Значит, из КамАЗа вышел такой вальяжный водитель, обошел машину и сказал: «Ну что, разбираться будем? Вчера только новое ведро повесил». Я юмор на дороге люблю, даже коллекционирую его. Особенно вот в последнее время меня забавляют надписи на заднем стекле автомобиля. Сейчас некоторые эти надписи даже продаются, другие сами пишут. Вот недавно на «Запорожце» прочитал: «Какая жизнь, такая машина». На немытой машине. «Помой меня, я вся чешусь». На «Москвиче». «Ударь меня, мне нужны деньги». Очень остроумно люди придумывают. На маленькой машине замечательно. Ну, типа инвалидной машине. «Спешишь — перепрыгни». Видел на «Кразовском тягаче», был сзади приварен такой толстый железный швеллер, и на нем было написано: «Не прижимайся, мы не знакомы». На оке, ну это шедевр, на оке: «Два часа позора, и ты на даче». Вот это очень симпатично. «Путаю педали». «Не едь за мной, я заблудился». На «Фольксвагене». «Хочу домой, в Германию». Очень забавно шутят люди. И это приятно. Приятно, конечно. Я насчет женщин, конечно, больше шутил. А вот кто на нас по-настоящему наезжает, так это крутые. Недавно останавливаю одного нового русского и говорю: «Видеокамера показала, что вы ехали со скоростью 120 км в час». Он говорит: «У тебя что, замедленная съемка, что ли?» «Я меньше 150 не езжу». Потом дальше говорит: «Я что, остановился? Позарез, бензин нужен». И протягивает мне 100-долларовую купюру. Я спрашиваю: «Ведра хватит?» «Да нет, мне столько не надо, мне только зажигалку заправить». Хорошие шуточки. Одному говорю: «Вы что, знака не видели?» Он говорит: «Извините, спьяну не заметил». «Ну, знаете ли, выйдите из машины, нужно проверить вас на алкоголь». «Отлично, в какой ресторан пойдем?» «Ну как вы могли в таком виде сесть в машину?» «Мне товарищи помогали». Вот такие вот ответики. А с другой стороны, как только нас водители не обзывают, как только не шутят, не называют и постаментами, и операторами машинного доения, и наши машины цементовозами, как только не шутят: «Скажи-ка, дядя, ведь недаром ты притаился здесь радаром».
водителей сержант Петренко оштрафовал проезжающий мимо каток за лысую резину и отсутствие запаски. Один меня спрашивает: хотите политический анекдот расскажу? Но я же милиционер, а я медленно расскажу и два раза. Ну, в жизни, говорят, пошикарнее бывает, чем в анекдотах. Это действительно так. Одного спрашиваю: какой поворотник должен мигать, если спущено заднее левое колесо? А он говорит: а на какую ногу ты будешь хромать, если тебя по башке монтировкой стукнут? Одному говорю: доброе утро, ласково так сказал, доброе утро. Какой нахрен доброе, если я тебя встретил? Одному культурно представился: командир взвода Козлов. Взвода кого? Одним словом, уважаемые товарищи люди, давайте будем взаимно вежливы, ей-богу. Это помогает взаимопониманию.